И всем доброго времени суток, друзья! Как ваши дела? У нас Portal 2, и вроде бы я прошел локацию, но тут какие-то странные проходы. Я не знаю, откуда они и куда они ведут. Я взял портальную пушку, но задается мне... Я мог попасть что-то и куда-то из других мест. Я не знаю, что это за место такое, но пусть Скай будет. И получается мне все сюда. Look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. А, ну я особо ничего не делал. А, непонятная локация. Я, наверное, пойду дальше. Думаю, никто не расстроится, если мы пойдем дальше по списку. А дальше у нас какая карта? Что? Ритуалы? Olympians, you're here because of an ancient mating ritual etched in a monolith by the elder monks to forestall the end of days. So, who is ready to make love to a giant bird? Что? Честное слово, сколько не играю в Portal 2, здесь столько диалогов, о которых я никогда не слышал. Такую бредятину иногда рассказывают. А. И что дальше? О. Ха. Ну, допустим. Хорошо, дальше. Ладно, мы идем дальше. Мы прошли дальше. Я вижу перед собой... Верно, непонятно что. Фу. Ладно. Посмотрим, что можно из этого сделать. Значит, мне нужно... светить. Хорошо. Толкаем сюда. Ай. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть правее. Еще немножко правее. Блин. Теперь левее. Да? Да хватит. Уже. В самом деле. Я тут страдаю тем, чем не должен был. Сюда. Третий кубик мне, пожалуйста, дайте, чтобы я с ним прошелся. Куда, сюда, что ли? И все? А, у вас такая тактика. Ну, интересно, наверное. А, я должен был что-то... Да, что-то здесь... Ой, класс. Я заманил себя в ловушку. Фу, блин. Сдается мне тут что-то нечистое. О, лифт. А? Ага. Ну, у меня есть решение к этой проблеме. Всего-то нужно. Ай, почти получилось. Почти получилось. Сейчас он спустится и... Да, и опять я... Как это работает? Ладно, сейчас еще раз. И этот кубик уже раздражать начинает. Нельзя. Ай, ай. И он что-то нас спасает. А? Отлично. Я здесь. Зачем? Ой, блин. А. Ну, ничего не поменялось. Дорогие друзья, мы только что сделали непонятно что и непонятно зачем. Как я люблю это делать. Ну, ладно. Спасибо, что вам пришли смотреть на...
честно говоря, я не знаю, что я сейчас прохожу, но, может быть, это пройдется. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. Всем до свидания.